Друзья, сегодня я хочу приготовить очень легкий рецепт мексиканского блюда кесадилья. Кесадилья – это блюдо, которое состоит по классике из лепешки и много сыра. Для этого нам понадобится грудинка, петрушка, соус. У меня вот такой соус с базиликом, можно и просто томатную пасту, паприка, лук и сам вот сыр голландский. Вот, ну, приступим. Друзья, я все нарезала соломкой. Вот сыр натерла на терку. И грудинку тоже соломкой. Вот. Теперь все мы это будем жарить. Девочки, соль, перец, приправы, это уже по желанию, как вы хотите. Ну, так как это мексиканское блюдо, мы добавим острые приправы. Я добавляю вот такую приправу, это сушеная паприка, да, острая. Добавляем соус. Девочки, это уже вкусно. Наш соус готов. Теперь будем заворачивать это все в лепешки. Берем тортилью, кладем сперва сыр, на сыр наш прекрасный, сочный соус. Снова сыр. И закрываем. Все. И все это обжариваем на масле с двух сторон. Нужно очень быстро менять, потому что тортильи быстро подгорают.
Можно оставить вот в таком виде тоже. А можно, чтобы кушать было легко, порезать еще на две части. Друзья, вот такие кесадильи у нас получились. Готовьте, ставьте лайки. Мне будет очень приятно, вам не сложно. Подписывайтесь. Буду каждому рада из вас. До новых встреч!